Вот это люк теплотрассы, в котором я зиму провел. Казалось бы, возле дома, возле садика, но тут люди местные даже. Я старался залазить, чтобы меньше детей видела. Вот все. Вот тут женщина с четвертого этажа видела, допустим, там некоторые. Они просто позволяли мне туда залазить, потому что я уже был с палками. Вот. Ну, типа, потихоньку залез, там матрас у меня был поролоновый, вот, поздно вечером. А рано утром с рассветом вылез, потихоньку закрыл и пошел. Километров 15, получается, я наматывал. Ну, сколько может человек пройти, даже не спеша, вот с 6 утра и до 5 вечера. Там только присел, где-то там перекурил на лавочке, и все, и постоянно в движении. Лично мой рабочий день, да, бездомного, начинался так. Вылажу с теплотрассы, подхожу к первому баку, собираю вторсырье, что попадается, бутылки, металл, и иду по кругу, по кольцу, и пока дошел до точки, насобиралось сколько, сдал. Опа, Серега, пошлите, он ванну нашел, поможете дотащить, а там поделимся, как говорится. Сейчас оттарабаним. Что там у нас? 104 килограмма, 400 грамм получилось. По 3 гривни за килограмм. Итого? Итого 313 гривен минус 5%. Это база снимает. 297 гривен. 50 копеек. Мелочи нету. Я вам дам 300. Дам 300 гривен. Будем должны. 3 гривни должны будете. Вот, пожалуйста. Все, дякую. О, привет, дружане. Привет. О, сколько лет, сколько зим. Брату вчера видел, да. Юраня, привет. Если не сумасшедший, сам хватает. До свидания. Да, пока-пока.
Я Антон Анатольевич. Работаю в хоре прибиральником. Я вот так получилось, случайно так познакомился с Володей, а потом я у него расспросил, он мне говорит, рассказывал, что он бездомный. Привет, дорогой, привет. Привет. Подождем тебя, пока сейчас ты закончишь. Хорошо. Да. Сейчас уже скоро заканчиваю. Если лишь рано, ухожу. Ну да, 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 я понял. Ты понял, я с чем заговорил. Да, да, да. Бывает опасно, сижу. Давай, подождем, подождем. Спрашивал там что-то, помочь там сумки с бутылками поднести. Он же был на костылях, плохо ходил. Я ему решил помочь, потому что я себе друга искал.